На ковер вышли спортсмены 2010-2011 годов рождения в различных весовых категориях. Они выясняли, кто представит Нижневартовск на первенстве Югры. 2005-2007 год будут бороться в городе Когалыме. 7-10 октября будет отбор у них на Уральский федеральный округ. И в 20-х числах октября будет первенство Ханты-Мансийского округа среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. Свой захват, Ева. Первая, свой захват. Свой, опять отдаешь захват. Сама. Самбо – один из самых демократичных видов спорта. Нужны только куртка-самбовка, шорты и спортивная обувь. Однако в этот вид единоборств каждый попадает по-разному. Брат решил пойти заниматься с друзьями. Я плакала, я захотела с ним, вот так вот получилось. Самбо, не знаю, мама, просто там более борьба далеко была, из-за этого самбо здесь недалеко было, из-за этого сюда написался. Ну, вообще нравится тебе этот вид спорта? Ну, нормально. Чем хорош самбо? Почему ты стал им заниматься? Это борьба, я думаю, для моего маленького роста, я думаю, это самое лучшее, что можно для спорта. За атмосферу вне ковра отвечали зрители. Эмоции здесь били через край. По итогам турнира победителей и призеров наградили медалями и дипломами. Лучших ждут следующие схватки со своими югорскими сверстниками. Алексей Лисенков, телеканал «Самотлор».